Актриса Весна, мадам Пик, привет. Если будешь, конечно, смотреть. Весна, но всем не помешает. Записывайте Цоя. Безъядерную зону надо сегодня сделать. Но именно там, где мы поем. Я ее уже делал. Ой, белочка. Я не знаю, вы видите или нет. Вот белочка specially for all who looking the jam report. And that wonderful deck worker in the traditional clothing are going there. The two black figures. And the residence. Maybe I have taken just so long videos. Специально для джема. Must to look what I take. На Наполеона похож почему-то или на Цезаря. Greetings to my cousin, to Moscow. Вот здесь мы с тобой не были, Леночка. Очень зря. Резиденс парк. Жаль, погоды такой солнечной не было. И холоднее было. В принципе, в субботу, если ты с нами поехала, сюда зайти, я сам тут первый раз. Надо было больше слушать. Куда тебе говорили идти? Каким путем? И когда? Даже мы тут не все знаем. Fountain in the park. There, over all the figures, monuments, and maybe in summer is here. Just nice green.
and flowers. Oh, 5 minutes. So, nice young people. Да, я так говорю, как будто я уже старик. Я только так выгляжу молодо. Внутри уже совсем рассыпался. Самый лучший возраст. Как раз для моего фильма хорошо. Спортивные ребята. Especially for Jam. From Middle Park, from Würzburg. This young team of people. Так, вот здесь вот. Татьяна, Анна Владимировна, Ксения, Лана, Светлана. И всем от души привет. Кому это надо? И кто смотрит, кому интересно. Для кого я сейчас снимаю? Всем привет. Всего хорошего, весны, счастья, добробуту. Всем вам и вашей семье. У меня сын приболел. Nice place to make a pictures. With all of the people making a picture. Портал. Ух. Вот привет вам, ангелочков. Если вообще их видите. Думаю, да. Так. Вот такие скамеечки у нас. Посидите на бетонных скамеечках, девчонки. Это же летняя резиденция. Или зимняя. У нас еще есть где-то летняя. Поешьте виноградика, ангелочки. Погуляйте в парке. Ну, это, конечно, да. Это оно. Это оно. Культурное наследие ЮНЕСКО. Специально для Джема. Класс. Вот так вам сыграют ребята. На дудочке. Споют украинскую песню. Заспевают. Давайте заспеваем, знаете что? Братья Гадюкины. Червона Фира. Ехала шляхом. Червона Фира. Фирма, ну-ка, Светик. Був красный, он де заехав. Куди ты нас завис? Курвин сыну. Буде жовто-синий. Подивимось ще, куди він поїде. Але вже подивилися, нікуди він не поїхав.
Нікуди він не поїхав. Тільки Крим прокакали. І все. А так, от того, що красний перекрасили в жовто-голубой, нічого не змінилося. А у немців як був резиденс, так і стоїть. От і Львов як був, так і стоїть. Берегите то, що є. Красота. Especially for Jeff. Еще раз. И вот это Хофф Келлер винотека. Пару фоток на обложку для музыки. I just beginning to make videos and release on YouTube for that people who don't want to show TV and see the situation from inside. Maybe not always interesting. But always from heart. And now we are going to the Vinotech. There is a very, very special wine and very special place. I will show you just old wine and we'll out here with all bottles from 1847 or so. Urgestein. So the stone is very old. And this I worked in Brakov is a wine keller too, is a wine dealer in Erlangen. It's not very wide from here, it's Bavaria too. And I see first Meise bottles from Würzburg. I was no in Würzburg, but I see it costed 25 euros or so. But this form I know from there. And this form is originally from Würzburg. And you see the residence from here. So very nice. 2015, 2016. Сухое. I'm not really a wine knower and I cannot a lot of explain about wine. Okay, especially for jam. Wow, you see? That is 38.
Узи Эйдлер. So, far pictures for cow, cheese, I just cannot smile. So, very good, very nice. And now, end of report. From there, from here. Большой привет, большое спасибо, кто смотрит, кто взял эти 15 минут времени. Широ дякую.